Всем здравствуйте! У меня есть вот такой вот игровой ноутбук Core i5-2540M, 16 гигабайт оперативной памяти, 64 бит, понятное дело. И я на этом ноутбуке решил запустить CS2. Неважно совсем, что у меня есть вот такой вот крутой другой ноутбук, точнее мой основной. Мне интересно, как работает CS2 здесь. Могу сказать точно, что здесь в CSGO было вайп игры на PlayStation 2. Здесь выше 24 и 25 кадров на втором дасте не поднималось. Я вчера скачал здесь CS2, скачивалась она около часа, это было довольно долго. Я пока качал CS2 сюда, заснял еще другой ролик. Поэтому давайте вообще глянем, как она работает. На какие-либо скрин-рекордеры писать игру здесь не хотелось бы, потому что она будет работать точно ужасно. Поэтому будет такое нативная съемка на камеру. Хочу заметить, что игра запускается уже, наверное, секунд 30. А, сейчас только DirectX ставится, так что ладно. Итак, начался запуск. Этот процесс я бы точно хотел записать. Сейчас 9:33. И... Ноутбук загудел. Стоит, если что, максимальная производительность. Так, я врубил звуки. У нас зависла игра при запуске. Да. У меня такое, кстати, и на основном ноуте происходит. То есть там стабильно 120 кадров, но игра просто берет и зависает на... во время этого запуска. Так, игра отвисла. Ой-ой-ой, слишком громко. Что я могу сказать? У нас сейчас висит меню, и у нас меню... давайте-ка сейчас я пропишу. Могу заявить, что здесь уверенные 6 кадров. То, что это 6 кадров в меню, меня уже напрягает. Давайте-ка пошаманим с настройкой графики. Для этого нам надо изображение, расширенное. Так, тени на минимум, все здесь на минимум. Кстати, удивительно, меня радует, что CS2 понимает, что здесь высокую настройку врубать не стоит. Он решил не ставить вертикальную синхронизацию, потому что, скорее всего, у меня она просто не нужна. Здесь в CSGO, когда я играл, был такой прикол, что когда я заходил на какие-то онлайн-сервера по Dust2, там начинался уже мираж. Но стабильно, я хочу подметить, стабильно 6 кадров. По-моему, он ни разу не поменял FPS, и он как был 6, так и остался 6. Так. О! О! На зависшем кадре стабильно 52 кадра. Это хорошо. Что? Я не знаю, что это за кадр был, ну ладно. Так, я выбираю спецназ и... Здесь 15 кадров. 14. А, зачем я тачпад использую, если я мышку подключил? Так, давайте-ка попробуем что-то тут сделать. Здесь мои настройки переменились. Здесь теперь 15 кадров, а не 24. И здесь что-либо сделать просто невозможно. 10 кадров. Плохо все. 3 кадра. И мы победили. А, да. Нет. Мы, видимо, судя по производительности, очень сильно проигрываем. Я просто, смотрите, вращаю камерой. И это довольно большая задержка такая получается. Поэтому я беру и выхожу в главное меню и забываю здесь про CS2. Я не знаю, что люди будут делать. Мне, в принципе, здесь невелика потеря, потому что здесь и CSGO не сильно шла. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и всем пока.